Запись на онлайн-голосование на парламентских и местных выборах в России закроется в полночь понедельника. Впервые дистанционно смогут проголосовать избиратели 7 регионов – Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. После регистрации на едином портале госуслуг они смогут проголосовать при помощи компьютера или телефона. Что думают о предстоящих выборах москвичи? Очевидно, предстоящие выборы – это фикция. И удивляет та наглость и беспринципность, с которой власти расправлялись в этот раз с оппозицией. И, конечно, подавляет отсутствие реального выбора. Выбора у нас, к сожалению, нету. Мы все это знаем, мы все это видим. Положительно к этим выборам относиться сложно. В Москве, по крайней мере, мы говорим о Москве, мне все очень нравится. И команда московская, и правительство России, и президент. Я пойду на выборы и буду голосовать за Единую Россию, за Путина, из-за того, что он обратно вернул Крым в Россию. Дистанционное голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Итоги будут включены как отдельная графа в сводную таблицу результатов выборов. Дистанционно уже давно голосуют российские космонавты, находящиеся в день выборов на орбите, но через доверенное лицо. Зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании будут исключены из списков на избирательных участках.